Всем привет! Сегодня мы готовили блюдо на скорую руку. Жареные вареники, жареные в казанке. Если вам нравится то, что вы видите, можете просмотреть рецепт до конца. Я вас призываю это сделать, потому что очень вкусно. Делаем самые обычные вареники. Пресное тесто у меня здесь, без яйца. Ну, здесь мы будем готовить из остатков картошки с грибами. Мы делали пирожки, у нас осталась начинка. Все обычным способом. Тесто нарезается, обильно обваливается в муке. Раскатываем, раскладываем начинку и слепляем, как обычные вареники. Налепили, выкладываем на предварительно припыленную мукой поверхность. Вот столько вареников у нас с вами получилось. Ставим казанчик на огонь. В нем налито масло. Сейчас мы его прокалим и будем жарить здесь наши вареники. Поставили масло на огонь, прокалили. Бросаем маленький кусочек теста. Вот оно у нас шипит, как он всплывет. Будем бросать вареники. Значит, масло у нас прокалилось хорошо. Все, масло готово. Этот кусочек теста удаляем. Он нам тут не нужен. И забрасываем сюда наши вареники. Бросаем их так, чтобы было свободное пространство, чтобы они у нас не слипались. Можно один сюда добавить. Так. Немножечко слегка помешаем. И будем обжаривать с обоих сторон золотистого цвета. Застилаем тарелочку салфетками. Будем потом сюда выкладывать вареники. Одна сторона поджарилась. Теперь мы их переворачиваем. Вот такие они у нас поджаристые получаются. Вот еще немножко. И будем эту партию уже вынимать. Вытаскивать вареники я буду щипцами. Они должны быть обязательно сухими, иначе масло начнет стрелять. Так у нас получается. И забрасываем следующую партию. Перевернули вареники на вторую сторону. Еще минутка. Все будет у нас готово. Вот у нас остался кусочек теста. Я раскатала его в лепешку. Сейчас мы тоже обжарим на масле. Такая у нас хрустящая воздушная лепеха. Сейчас мы ее немножко вот так повращаем в масле, чтобы она обжарилась полностью. И вот на эту лепешку мы с вами выложим сначала лепешку на тарелку, а потом на нее выложим вареники. Вот так мы подадим сегодня наше блюдо на скорую руку. Вот такие получились вареники. Я их положила в один слой, чтобы они не отпотевали, чтобы оставались вот такими же хрустящими. Ну вот и лепешка пожарилась. Вытаскиваем ее из масла. Такая она у нас красивая получилась с двух сторон. Сейчас мы ее положим на вареники. С тарелки все выложили. Кладем теперь на центр лепешку. И вокруг обложим лепешку нашими жареными, зажаристыми, хрустящими вареничками.
так у нас с вами получилось. О, еще один вареник завалялся. Вот так. Вот и все. Наливаем чай. Зовем к столу. Если вам понравилось сегодняшнее наше блюдо, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Пока! Она уходит, сходит на что-то это. Сейчас, хватит. Ладно, не получается. Страшно ей, потому что. Но думает, что я здесь стою. Скажет, знаю я твой кулинарный канал. Следующее видео будет синичка под соусом. Да?